такая ситуация. Меня позвали на фотосессию. Просто на фотосессию какого-то бренда. И там я познакомилась с одной девушкой. Ее зовут Костенко Анастасия. Она фотомодель и благополучно недавно увела, собственно говоря, мужа у Оли Бузовой, которую я знаю и безгранично люблю и уважаю. Вот, и мы там с ней, с этой девушкой познакомились. И это еще громкая ситуация, которая потом до сих пор все обсуждают, еще не случилась. То есть, вот, мне она в этот день на фотосессии показалась безумно приятной, интересной, такой милой девушкой, просто ангелочком. Это, к слову, о том, что внешность обманчива. Она там рассказывала всем про то, что рассталась с парнем, как ее парень, как не парень, жестоко к ней относится. Бедная она, мы всей команды, там визажист, еще кто-то.